Достаточно много людей хотели бы вернуться в прошлое. А теперь послушай меня, мой друг. Ты пережил боль, грусть, разочарование или сожаление при воспоминании о прошлом. Да, ты мог бы что-то исправить, сделать лучше, поступить правильно. Но мы живем в мире, где магия лишь на страничках фантастических книг, а фильму «Назад в будущее» уже 30 лет. Все, что есть у тебя сейчас, это настоящее. Оно предоставлено тебе пластилином, из которого ты можешь делать все, что угодно. Тысячи возможностей в этом временном пространстве сейчас. И ты можешь сделать это все в 1000 раз лучше, чем бы ты это сделал в прошлом. Ничего и никогда не поздно. Слышишь?